потом научиться жонглировать злодеями. Немножечко для себя. Задумайся. Где-то неподалеку бродит мы. Я не вижу в глазах твою ярость. То есть получше. Сейчас, давай еще вот такую форму. Ярость, ярость. Давай, да, конечно. Для тебя я всегда рад пожонглировать. Ты мне можешь звонить в любое время, дня и ночи. Валентин, у вас есть пустая пачка сигарет? Да, есть. Отлично. А можем мы с вами сыграть? А ноги было видно? Да, конечно. Да, немножко. Поможете мне? Сыграете? Сейчас вот для съемки. Давайте, значит, вот что. Вы жонглируете, может быть, даже здесь, да? Как поставите, так и буду. Вот. Я говорю, дохожу, да, жонглирую, отдаю, истребляет. А потом... Истребляет. Да. Ты сможешь сразу перейти вот. Сигареты не добавить? Да, конечно. А пойдемте туда, да, Валерий?